Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про целую рыночную ситуацию, поговорим про Теру Classic. Постараюсь максимально быстро все изложить и давайте сразу переходить к делу. Но перед началом не забывайте поддерживать данное видео лайком. Дорогие друзья, цирк у нас продолжается. То есть до квона судят, всякие движения у нас происходят и данные движения вообще никак не влияют на цену данного криптопроекта. Цена порой не зависит от фундаментала и то, что мы видим, разумеется, это просто манипуляции. Я говорил сразу: Киты просто будут толкать данную монету вниз. Для того чтобы хомяки закрывались. Только для этого новостной план данный фундаментал. Это просто отвод, разумеется, глаз. Отвод глаз от данной монеты покупать нужно на просадке. Именно поэтому манипуляторы, которые следят за ценой, подгоняют такой новостной план. И мы видим тот самый негатив, который является, разумеется, позитивом. Данные новости вообще можно не изучать. Почему? Да потому что на цену они никак не повлияют. Новости влияют только на хомяков. И на их, разумеется, неправильные выводы. Всегда новости работают наоборот. Если вы видите, разумеется, максимально сильный позитив, то скоро будет падение. Максимально сильный позитив говорит нам о том, что хайп у нас разгоняют, и данный хайп в любом случае обернется со стороны коррекции. Всегда исторически так было. На данном же этапе у нас негатив, то есть все максимально плохо. Дорогие друзья, я полагаю, что делается это все не просто так. Это все цирк. Такой же цирк, как на реплее XRP. И я говорил изначально, что все будет именно так. На данном этапе мы это и наблюдаем. Касаемо новостного плана все понятно. У нас пытаются забрать данный шанс. Шанс... Купить на днище. Именно поэтому данные новости негативные и выходят. И мы не видим, разумеется, роста на цене данной криптовалюты. Потому что манипуляторы еще не намерены толкать это все наверх. Ну а теперь, если просто разобрать то, что происходит внутри рынка, то все становится прекрасно понятно. Для чего же разгоняется данный негатив и кто же выкупает данные монеты на данном уровне. Кто же это делает, дорогие друзья? Делают это киты. Киты максимально много данных монет держат. Держат они данные монеты не просто так. Они манипулируют ценой. Они выкупают тогда, когда хомяки сливают, и они прекрасно понимают, как пампить рынки, чтобы потом зарабатывать. Именно поэтому сейчас они реаккумулируют так же, как это делали они здесь. И после этого они будут толкать цену наверх, так же, как они делали это здесь. Поэтому, дорогие друзья, к этому стоит относиться правильно. И прямо сейчас ни в коем случае не поддавайтесь данным манипуляциям и не входите в заблуждение, потому что именно этого и добиваются киты, которые манипулируют рынками. Binance в том числе. Это все киты, которые манипулируют рынками, и они работают в собственных интересах. На данном этапе, в принципе, у нас биткоин сезон, и мы готовимся к сезону. На нормальном бычьем рынке, когда биткоин покажет свои пики, мы увидим сильный альт-сезон. Когда биткоин начнет скатываться. Именно данного альт сезона я и ожидаю. И прямо сейчас я буду готовиться. Потому что, дорогие друзья, я вижу снижение по битку. Примерно в данную зону я хотел бы увидеть снижение. И здесь я буду набирать правильную альту. Да, дорогие друзья, ту самую, которую я уже подготовил. На данном этапе я просто жду просадку, чтобы правильно совершить свои сделки. То есть примерно в данном диапазоне я и буду распределять свои средства и докупать правильную альту. В преддверии, разумеется, аль сезона. Вполне логично, что аль сезон у нас будет только в конце цикла по битку. И времени здесь придется уделить немало. Но все равно, я знаю, это самое лучшее время для накопления правильной альты. Потому что цены минимальные и на падении битка они будут еще ниже. И данные цены я буду вылавливать, чтобы потом фиксировать на отскоке. Это касается спекулятивной части. Холдовую я просто буду держать и дальше. И, дорогие друзья, вы сами убедитесь в том, как здесь можно было зарабатывать, если правильно использовать данные возможности. Если вы имеете желание купить вместе со мной, то приглашаю к себе на обучение. После прохождения трех курсов вы присоединяетесь к нам в команду и набираете вместе с нами. В скором будущем мы будем использовать данные возможности, которые рынок будет нам предоставлять. И я не рекомендую вам их упускать, потому что в принципе это будет как глоток свежего воздуха для тех людей, которые вообще покупки не совершали. Касаемо комьюнити, прямо сейчас действует скидка. Вход оплачивается всего лишь один раз. Поэтому, кому интересно зайти дешевле, чем остальные, присоединяйтесь. Ссылка есть в описании. Интерес на данном этапе у нас минимальный. И, дорогие друзья, это все делается не просто так. Если мы провалимся еще ниже, то еще меньше веры будет. Именно поэтому манипулятор будет добиваться именно этого. И я знаю, что по ходу данного падения манипуляторы постепенно скупают, потому что я разбирал их кошельки. У них идет полноценное накопление, они накапливали также и здесь, и делается это все не просто так. Я действую за китами, делаю то, что делают они. И они это точно понимают, что они делают. Потому что делают они всегда всегда все против толпы и всегда забирают их ликвидность. Поэтому действуйте вместе с ними и тоже зарабатывайте. Все максимально просто, усложнять здесь не нужно. Максимально много быков здесь проснулись. Именно поэтому мы их выбриваем, Делается это специально, чтобы веры в рынок не было. И потом на невере людей мы полетим наверх очень сильно. Вы сами все это увидите. Я видел это в предыдущих циклах. И, дорогие друзья, в этом будет аналогично такая же ситуация. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайк, если не поставили. Желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья.